Уважаемые воины, десантники и ветераны ВДВ, примите поздравления с Днем воздушно-десантных войск. Десантники всегда были и остаются образцом героизма и стойкости. В историю вооруженных сил крылатой пехотой вписано немало ярких страниц. Пусть здоровье и силы никогда вас не подводят, а боевой дух помогает преодолевать все жизненные преграды. От имени всех жителей Сосновоборска желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов в ратном и мирном труде, счастья и благополучия. С праздником вас!